Пока. Добрый вечер, Виктория. Не хотите ли вы рассказать отцу, где вы были целый день? Нет. Нет. В таком случае, может быть, объяснишь, почему ты едешь на мотоцикле без индивидуальных средств защиты? Пап, при чем здесь презервативы? При чем здесь презервативы? Я тебе про шлем говорю. Пап, да какой шлем? Мы вообще-то в селе. Почему ты вообще за мной следишь? Тебе не кажется, что я уже взрослая? Взрослая? У тебя одни телефоны в голове. Если бы ты была взрослая, ты бы позаботилась о собственной... Вика, ты слышишь, что я вообще говорю тебе? Ты говори, говори. Пап, а ты что хотел? Переходный возраст. Когда ты от пробок и шума устал, когда тебя город конкретно достал, чистейшего воздуха нужен глоток, где важно на запад или восток. Подальше от серых коробок скорей, где сети Wi-Fi не поймают детей. В холодную реку с разбега с моста и натуральная лишь красота. Туда, где все ярче и все зеленее, где жены прекрасны, мужчины смелее, где дружба, любовь и передряги сильней. Летим скорей. Вот там мы узнаем, кто трус, кто герой, кто в трудное время будет с тобой. Кто будет лузер, а кто чемпион, правда сильнее или закон. Это папаньки, кантри сезон. Папань. Яна, не вмешивайся в разговоры взрослых. А, так я все-таки взрослая, да? Женя! Все-таки... Вика, а чего вы опять ссоритесь? А мы не ссоримся. Просто наша дочь стала совершенно неуправляемая. Конечно, в ее возрасте это нормально. Ничего страшного. Угу. Мам, если ничего страшного, можно я пойду погуляю? Нет. Марш спать. Ну, пап. Я сказал спать. Мам, скажи ему. Я уже сказал. Это остается у меня. Все. Зашибись, Лето. Спасибо, родители. Ремень по ней плачет. Яночка, ты же знаешь, ремень – это не наши методы. Пап, ты такой добрый. Спасибо, солнышко. А ты почему не спишь? А ну, марш спать. Спасибо, родители. Васечка, ну как тебе помочь? Ну, скажи, мамочке, у тебя что-то болит? Мамочка не понимает. Ну, а чего ты стоишь спокойно, как удав? Ты сильно переживаешь. Я с ней полгода в декрете просидел. Сейчас ляжем, вместе сказочку ей расскажем. Она и успокоится через 10 минут, да? Ну, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая. Ой, ты моя хорошая. Вот ты моя зёйка, сладкая. Все пройдет, все, успокойся. Спокойной ночи. И тебе, Светлик, спокойной ночи. И тебе, Лев Егорыч, спокойной ночи, смотри там. Ночью маму не пихай и не храпи, а то я тебя знаю. Егор, я хочу молока. Молока? Угу. Хорошо, я сейчас из холодильника принесу. Нет. Я хочу парного молока. Ну, такое, знаешь, что прям так с пенкой. Ну, вот чтобы из-под коровы, знаешь. Из-под коровы? Угу. Хорошо, я завтра утром пораньше встану и найду тебе парного молока. Завтра? Хорошо. Завтра так, завтра.
Я вот тоже рожу, потом восстановлю фигуру до идеальной. Потом тебе захочется секса. Ты ко мне придешь, а я тебе скажу: завтра. И так каждый день. Завтра. Спокойной ночи, Егор. Жень. Жень, ну сколько можно крутиться? Я не могу уснуть. Я вместе с тобой. Хватит уже. Мне кажется, я сегодня был слишком груб и несправедлив по отношению к Вике. Молодец, что ты это понял. Утром пойдешь и все ей скажешь. Нет, я прямо сейчас пойду, извинюсь перед ней и отдам ее телефон. Вик. Вика? Вика! Вика! Пап, зачем прямо в глаза? Макс. Да что тебе надо? Вику не видел? Во сне не. Вика! Вика, ты здесь? Вика! Вика! Аня! Аня! Женя! Что? Вики нигде нет. Ни дома, ни на улице. Я обыскал все уже. Это я виноват. Это все из-за этого телефона. Где она? Папа! Ложись спать. Она, наверное, опять уехала кататься со своим мотоциклистом. С каким это мотоциклистом? Это с тем, который днем приезжал, что ли? Макс! Макс! Пап, я не знаю. Я спать. Женя, пусть девочка развеется. Ей тут скучно. Ну да, правильно. Пусть развеется. Но только об этом нужно предупреждать родителей. Ты куда? Пойду скажу ей об этом лично. Что вам сказать? Абсолютно здоровый ребенок. Температуры нет, воспаления нет, животик в порядке. Так чего же он тогда плачет? Это не какая-то болезнь? Это самая распространенная детская болезнь. Капризничает ваша Вася. Чего-то хочет и чего-то требует. Что? Что? Ну, вы же ее родители. Вам лучше знать, без чего она обычно не может уснуть. Спасибо. Да. Пожалуйста. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. Мишка косолапый, по лесу идет, шишки сам. Не любишь шишки, да? Хорошо. Пришел и ест листочки с деревьев. Ам, ам, ам. Мне не страшен кот Василий. А сыр ты не любишь? Я забыл, ты сыр не любишь. Мяу. Хрю, хрю, хрю. Степа, степа, степа. Или как там зайцы делают? Нет. Я так больше не могу. Ага! Чего? Ну, мы когда купались в душе, ей нравилось играться. Ага. Сейчас. Змеюка, буюка, водой плююка.
Ну, если даже немецкий смеситель не помог, тогда я не знаю, что делать. Мы уже все перепробовали. Подожди, а где краб? Какой краб? Она крабом любила играть. Такой страшненький. Женя нам его подарил. Это краб? Ну? Я думала, это медуза в кедах. Да какая медуза? Сейчас. Где-то он у меня был. Вот, смотри. А кто у нас тут такой крабик? Вот мы и поняли, что тебе нужно. Да? И где он? Сосед, открывай! Дело есть! Открывай! О, ночь на дворе, что надо? Слышь, молоко коровье, как его, парное, срочно надо. Продай, а? Я бы с радостью на тебе заработал. У меня только коза. Козье будешь? Нет, коза Светке не нравится. Она и, ну, молоко козой воняет. Слушай, а где купить, подскажи? Информация денег стоит. И тебе сейчас дам денег. Да ладно, ладно. У Сычихи купи. Там зеленый дом. Первый от магазина. Так, ладно, иди давай уже, медведь. Жека? Евгений? В такое время обычно вы как-то после 8-часового мультика уже... Алло, Егор. Скажи, пожалуйста, где живет участковый? А что случилось? Вика ушла гулять, уже поздно, я не могу ее найти. Чувак, расслабься. Дай ей немного свободы. Пусть погуляет. Вот будет у тебя 17-летняя дочь, я посмотрю, как ты запоешь. Ну, надеюсь, что ни Игорь, ни Лев не станут однажды 17-летней дочерью. Послушай, мне сейчас не до шуток. Скажи, где живет участковый, как мне его найти? Где живет, не знаю, но как найти? Помогу. Ага. Хорошо, что вы здесь. Я вас ищу везде. У меня пропала дочь. Скорее. Я тут ни при чем. Как это ни при чем? Вы же представитель власти. Ну, тут не поспоришь. Но рабочий день у меня закончен. При чем тут рабочий день? Вы не слышали? Я говорю, у меня дочь пропала. Она ушла непонятно с кем, непонятно куда. Не надо волноваться. Ничего с ней не случится. У нас тут вообще никогда ничего ни с кем не случается. Максимум дедушкой станешь. Тебя как звать? Евгений. Будешь дед Женя. Я все пережил. Краба нигде нет. Может, еще раз душ попробуем, а? Ну что ты за отец такой, если не можешь найти дочке ее любимую игрушку? Что я могу сделать? Я не знаю. Купи, шей, новую, укради. Или тебе все равно? Да я в лепешку расшибусь. Сделаю все, лишь бы мой ребенок не плакал. Так, мы сегодня у Егора были. Может, там где-то осталось. И ты еще здесь? Меня уже нет. Мое почтение. Да. Привет, спишь? Ну, вообще-то уже собирался. Один вопрос. Скажи, куда бы вы поехали с девушкой на мопеде, если вам по 17 лет? А что за мопед? Черный такой, громкий. Какая разница, что за мопед? А какая тебе разница, куда я поеду? Саша, вопрос жизни и смерти. Ладно. Так, мопед, 17 лет. Ну, наверняка туда, где люди, музыка и алкоголь. А, в супермаркет? Почти. В ночной клуб, Женечка. Спокойной ночи.
Добрый вечер, Тамара Брониславовна. Добрый вечер, Саша. Ты прям как кот по ночам гуляешь. Ну, не я один. У вас, я смотрю, тоже бессонница. О, какая неприятная встреча. Бомжуете, Михаил Маркович? Не ваше дело, Тамара Брониславовна. Я взрослый человек. Что хочу, то и делаю. Да, взрослые люди детям квартиры не затапливают. Теперь, по вашей милости, я должна за ремонтом следить. Детей и внуков не вижу. Для таких случаев, умные люди, видеосвязь придумали. А обнимать их? Я тоже по видеосвязи должна. Да что я с тобой разговариваю? Кстати, у тебя 5 минут есть. До чего? До того, как я вызову сейчас полицию. А то шастают тут всякие. Где у вас тут ночной клуб? Нету. Как, у вас клуба нет? Просто клуб есть, а ночного нет. Хорошо, где просто клуб? Значит, смотри, выходишь. И, значит, так, идешь прямо и... Я так не запомню. Нарисуйте, пожалуйста. Салфетку дайте. Да, сейчас. Нарисуйте схему. Ну, это ж вот это. Да. Карандаш. Значит, смотри, вот мой. Вот клуб. Так. Это дорога. Выходишь и прям по прямой идешь. Вот так вот идешь, хлоп, и ты приходишь в клуб. Понял? Ясно, спасибо. На здоровье. А, дед Жень, карту забыл. Мне бы молочка парного. Ночь на дворе. Какое парное молочко? Я вон уже вечернее поставила скисать на творог. Утром приходи. Так я же денег дам. И что я с твоими деньгами? Что, я их Светке покажу? Светка у меня непродажная. Она в такой поздний час даже за деньги не дает. Светка? Ну да. Что такое? Нормальное имя для коровы. У нас в стаде одни зорьки да буренки, а Светка на все стадо одна. Так и у меня Светка одна. Ну. Бабулечка, ну, пожалуйста, очень нужно молочка. Я же не просто денег дам, я много денег дам. Ну, ты нормальный человек, а? Ты что, думаешь, мне деньги не нужны? Мне деньги вот так вот нужны. Ну. У меня вон крыша прохудилась, сарай почти покосился, забор завалился. Нету у меня молока, пойми, нету. А если мой мужик сейчас выйдет, он тебе в пузе сделает вилы и дырки, будешь доктору давать большие деньги. Иди отсюда, чтобы я тебя не видела. Казаченко не знает, слова нет. Извините, пожалуйста. Свободен. Я прошу прощения. Вы можете мне помочь? Я просто... Да. Сейчас не местный. Легко, значит, смотри. Самогон можно достать у Любки Игнатовой. Там дешевле. И можно у Токи этого. Я дочь ищу. Она такая небольшого роста, 17 лет. Волосы русые. Длинные. Она приехала с парнем в мопеде. Да. Была такая. Городская. Так, конечно, с Валеркой потанцевали, пару стаканов выпили и на поле поехали. Пару стаканов? Зачем на поле? Пахать. Целину. На медлях пошли. Да я только перекурить хотел. Может, хочешь прямо тут бросить? Понял. Мадам, прошу. Пошли уже. Я прошу прощения, а вы не покажете, где это поле? Поле везде. Но со стогами сена вот прямо и налево. Ага. А при чем тут сено?
Ты городской. Там, где сено, там и бабы. Боже. О! Привет, Света. Привет. Извини, что поздно. У вас дома случайно краба нет? Не знаю, нужно в холодильнике посмотреть. Крабы у палочки точно есть. А, нет, не палочки. Нужен наш краб. Вот этот. А, это краб? Да. Я думала, это муравей. Так я не вспомню, надо поискать. Ну, да. Ну, пойдем. Ага. Нет его нигде. Игорь! Я знаю, что ты не спишь. Я сплю. Игорь, скажи, ты не видел вот этого муравья? Это муравей, по-твоему? Да. Но он больше на таракана смахивает. Нет, я не видел. Так, давай, заканчивай свои гонки и иди реально спать. Вперед. Давай, давай. Блин, где же его искать-то, а? Может, вы еще где-то гуляли, ну вспомни. Может, заходили куда-то. Точно. Я знаю, где он. Спасибо. Светлана, здравствуйте, Светочка. Я к вам с добрыми намерениями. Фу, чем вы тут питаетесь? О, Светлана, ой, простите, я как бы... С какой стороны к вам подходить? Я как бы не в курсе. Показал он дорогу. Сусанин. Вика, не совершай ошибку. А ну, гадина, выходи. Ты что, мужик? Убери руки от моей дочери. Катюха, тут это... Батя твой пришел. Ждет, стоит. Да как он может здесь стоять, если он год как сидит? Ой. Здрасте. Здрасте. А ты кто? Че надо? Извините, вы не Вика, получается? Я прошу прощения, а вы здесь только вдвоем? А ты что, третьим хочешь быть? Нет, вы не то подумали. А где Вика, не знаете? Так, мужик, где твоя баба, я не знаю. Ты давай это... А. Иди отсюда, в общем. Извините, пожалуйста, я не хотел вас потревожить. Просто такая история... Извините. Я прошу прощения у вас. Ну, неудобно. Очень. Святой корова. Mm-hmm.
Никита? Вика! Вика! Вика, где... Блин... Телефон сел. Мужчина, мужчина, тысячи извинений. Может быть, у вас будет зажигалка? Здрасте, Екатерина. Вы... Да на уже. Только свали. Ой, спасибо. Спасибо. Давай. Очень. Ну, я бы не обращался к вам, если бы у меня не было такой необходимости. Извините. Никита! О, живой? На. Фу, блин. А я уже испугался, что я того тебя. У меня-то рука, да и бочонок тяжелые. Тяжелые. А ты что здесь делаешь-то? Я думал, вор. Я краба искал. Краба? Да. Никитка, у тебя, наверное, сотрясение мозга. А. Да нет, Света дала ключи от бара, а где свет включается, не сказала. Я где-то здесь его... А, вот же он. Вот же он. Вот этого краба? Вообще-то он больше на осьминога похож. Не, это краб, это из «Русалочки». Ща-ля-ля-ля-ля-ля-ба. А, андезаси! Не кричи туда. Да, извини. Может, по пивку? Кто это тебя так? Так Светка корова бешеная. А вы что, со Светкой поругались, что ли? Чё это ты взял? Ну что ты так о ней говоришь? Корова, копытом. Да нет, это другая Светка. Она реально корова. Ага. Ты, кстати, коров доить умеешь? Что там доить? За сиську дергаешь и все. Камасутра от Никиты Павленко в двух словах. Да не, я серьезно. Я у бабушки летом часто отдыхал. Вот она меня корову и научила доить. Да? Да. Тогда пошли. Куда? Не-не-не, мне к Васе надо. Да тут пятиминутное дело, это по дороге. Ты что, другу не можешь помочь? Я тебя когда-то в жизни просил что-то. Ну, ладно, давай, только быстро. Все, идем. Сейчас только надо посуду для молока взять. О! Сейчас, давай, освободим ее. Быстренько. О, так, по чуть-чуть. Вика! Вика! Ой. 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 Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Оно! Я не хотел! Оно! Оно! Ай. Молодец, папаня! За пару минут снизил рождаемость в селе. Я дико извиняюсь. Оно само. А вы случайно не знаете некого Валерия? Он на мотоцикле ездит, и у него на курточке череп. Валерка череп? Ну, вероятно. Ну, это известный мачо. Только ты опоздал, папаня. А? Он, наверное, очередную звездочку себе рисует уже. В смысле? Что? Где он живет? А у него первый дом от магазина. Ну, сейчас я этому черепу проломлю его. Череп. Дом ему не сожги. Никитос, давай через забор на крышу сарая и корове. Это ж как Свете молока хочется. Но я тебя понимаю. У меня Ира тоже беременная была. Она когда-то захотела копченого леща с икрой из... Никитос! Лезь давай. Ты первый, я с тобой. Давай.
Сейчас я иду к тебе. Я иду. Так тут открыто было. Ну ты даешь, дикий тот. Внимательнее надо быть. Вика. 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 Так вот, кто у меня кур ворует? Я думал, куница. А тут вижу целый хорек. Что? Я не хорек. Вернее, я не вор. А что это у тебя в руках? Это не мои яйца. Конечно. Твоих у тебя сейчас не будет. А? У тебя есть 2 секунды рассказать, зачем ты мне шифер провалил. Я ищу дочь. Курятнике! Да. Да что ты мне тут рассказываешь? А! Вот что тут, целая банда? Егор? О, Жака, а ты что, тоже за молочком? Интересно, как там тот мужик? Живой хоть? Да живой еще ему быть. Ну, правда, я никогда не видел, чтобы человек столько матерился без сознания. А я живой или нет, вас уже не интересует? Че не интересует? Ты живой, нет? Да вроде живой. Ну все. Блин, я телефон разбил. Да. Вот. Так у тебя же вроде такой же и был. Да, но он, по крайней мере, работал. О, включился. Еще нормальный телефон. Нормальный. Егор, а как вы с Никитой оказались там? Я за молоком пошел для Светы. Я вообще корову искал. В курятнике? Ну, так получилось. А ты? У меня Вика пропала. Пропала? Вика пропала. Вика! Нужно поднимать людей. Никита, а ты как оказался там? Он крабика искал. А когда нашел, решил помочь мне. Как, какого крабика? Вот этого. Вот этого. Давно я этого паука не видел. Это не паук, это крабик. Это крабик, алло. Хорошо. Друзья. Да. У нас теперь 3. 4. 4 крабика у нас. Мы обязаны найти мою дочь. Точно, дочь. Сейчас. Звони. Алло, Ирочка, я нашел крабика. Не ори. Васенька уже спит. И ей нужен был совсем не краб. То есть как и не краб, а? Васечка, Васечка, держи. Держи. Сейчас папочка принесет тебе твоего крабика. Точно, как я сразу не додумался, что это телефон. Алло! Блин, теперь точно сдох. Ну что, пошли искать Вику. Пошли. Куда искать? Смотрите, темень вокруг. О, стоп! У меня в баре после банкета остались отличные фонарики. О. Отлично. Где бар? Туда. Пошли. О, сюда. Захарыч, открывай, это я. Дело есть. Мать, глянь, кто там?
Трое мужиков с факелами. Двое с перебинтованной головой, а один весь в саже. Сектанты, наверное, какие-то. Открывай, я тебе сказал. Я знаю, что ты дома. Дело у нас важное. Все, торба. Этот упырь обещал мне дом спалить. Звони участковому. Я слышу, что ты там. Открывай, иначе пострадает. Ни в чем не повинные люди. Где мои документы? Так вот, в тумбочке. Так, если что, деньги я под яблоней закопал, там хватит. На что? На все. Слышишь ты? Егор, 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 ты что-то не то говоришь. Давай я попробую сейчас. Леонид Захарович, открывайте, это в ваших же интересах. Мы не уйдем отсюда без вас никуда. Ты меня не ищи, я сам с тобой свяжусь. Ленечка, может, я тебе в судочек еды соберу, а? Поздно кушать, мать. Прощай. Ребята, оба, погодите, пожалуйста, вы не то говорите. Извините, пожалуйста, я у вас случайно в поле сток сена сжег. Видимо, сразу нужно было бежать к вам. Вы же здесь главный, да? Ну что, действительно дома нет? А? Ну да, скорее всего. Да-да, нет его. И не было. Давно уже. Уходите. А то я сейчас полиции позвоню. Стойте, стойте. У меня дочь пропала. Дочь. Дочь? Дочь, представляете? Дочь. И все? Слава богу. Так это же замечательно. А... В смысле? А я говорил, что это бессмысленно. В таком случае сами найдем. Разделимся. Егор, ты идешь в центр. В центр. Я снова в клуб. Никита, ты на пляж. Ровно через час встречаемся у меня. Да. У меня нет часов. Считай до 3600. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. А центр и куда? Шесть, семь. Аня, Аня, просыпайся. Я обыскал все. Вики нигде нет. Нужно звонить в полицию, в МЧС, пожарным спасателям. Нужно поднимать народ на поиски. Оповестить армию, собаку. Собаку? Я чувствую, что с Викой что-то случилось. Жень, успокойся. Я всем позвоню. А ты сходи в душ. А то... Пахнешь, как бомж, который тушил водой из болота пожар в курятнике. Тебя же первого и арестуют. Ты права. Папа? Вика? Который час? Где ты была? В смысле, здесь была. Вот книгу читала, уснула. Книгу читала, уснула? Угу. А почему здесь, а не дома? Ну, дома часы тикают. Макс мешает, Яна пристает. Жара, ужас. Я же тебя звал. Папуль, я в наушниках была. А что, что-то случилось? Я просто переживал очень, потому что сильно тебя люблю. Папулечка, я тебя тоже очень сильно люблю. Вика. Папа, давай сначала лучше душ. Я сначала маме скажу, чтобы не звонила никуда. Жека, ее нигде нет. Мужайся, мужайся. Вика нашлась.
смысле? Где? Где? Да, я, в общем-то, не терялась. Все время дома была. Ты, Шерлок, мать твою, Холмс! А что сразу Холмс? А если бы твой Игорь пропал? Мой бы Игорь не пропал! Да ладно, Егор, ну все же обошлось. Ну, и тем более, будет что вспомнить. Да. Сейчас тебе фингал поставлю, будет тебе что вспомнить. Иди сюда. Егор! Иди сюда! Егор! Стой. Егор! Иди сюда! Егор, да спокойно, нормально все, нормально. Можешь вылезать. Все, пока. Завтра увидимся. Пока. Уже сегодня, так. Не забудь средства защиты. Пока. Вика, чтобы я все вот это вот видела в последний раз. Больше я тебе перед папой покрывать не стану. Ладно, мам, договорились. Спасибо. Сделано в Китае. Игрушка. Солнышко? Так ты что, солнышко? Интересное в Китае солнышко. Васечка, папа принес твое любимое солнышко. Спасибо тебе, Егор. 100 лет парного молока не пила. Это очень вкусно. Ну так ясен пень. Это ж тебе не какое-то там покупное или пастеризованное молоко. Это молоко из-под самой коровы. Все для тебя, любимая. И для Льва Егорыча. Это, кстати, тебе от твоей тезки. Что? Ничего. Просто пей на здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Егор, а только в следующий раз на микроволновке время чуть меньше ставь. А то уж слишком парное у тебя молоко получилось. Конечно. Жень, да не переживай ты так. Вика взрослая девочка. К тому же она хорошо воспитана. Я за Вику не переживаю. Я знаю, кто ее воспитывал. Меня вот этот больше беспокоит. Безрассудный, легкомысленный. Ну, даже и когда он в шлеме, видно, что у него ветер в голове. А ты ведь тоже когда-то был таким? Я? Когда это? А кто на 5-й этаж в роддома по пожарной лестнице залез? Когда Вика родилась? Это исключение, которое только подтверждает правило. И я хотел увидеть дочь. А кто по той же лестнице залез, когда Макс родился? Так это сын. Сын родился. Тем более я знал, что это уже безопасно. И любой отец на моем месте поступил точно так же. Но залез только ты. Жень, знаешь, а мне иногда не хватает того Жени, который делал что-то не по правилам. М?
Ну и где же ты? Я тебя не вижу. От меня все равно не спрячешься. Привет. Ну вот я тебя и нашел. В смысле? Закройте, пожалуйста, дверь с той стороны. А ты туалет не ошибся случайно, а? Я? Да, я думаю, да. И клубом. Это моего. Не надо. Ну зачем? Ну знаете, сколько оно стоит? Это твои проблемы. В моем клубе наркоты не будет никогда. Скажи спасибо, что полицию не вызвал. Вали отсюда. Или тебя тоже в унитазе смыть? Не надо. Извините, не буду вам мешать. Ну как, такая красивая девушка может кому-то помешать? Давай, давай, ты можешь бросить хоть раз, ровненько, с подкруточкой. Это как? Как? Как батя. Ух, ты прям как из пушки. Ну так учись, пока я жив. Так у нас даже не играют в такой футбол. Поверь, сынок, в жизни все может пригодиться. Егор! А! Блин, Света, ну что ты подкрадываешься как... Аккуратнее, это ты меня сейчас что, собираешься змеей назвать? А, нет, конечно, нет. Тигрицей. Это тигрица? Да, такие бывают. Я видел по National Geographic. Ну ладно. Тигрица принимается. Значит так, твоей тигрице нужна земля. В смысле земля? Планета, что ли? Пожалуйста, дарю тебе. Луну тоже дарю. Звезды все. Венеру, Марс и Альдебаран. Чернозем. Нет такой планеты. Чернозем. Мне нужно 2 метра на 2. Ты же знаешь, как я люблю розы. Я очень хочу посадить розы. Света, а я люблю кабачки. Особенно жареные. Ты можешь для меня посадить жареные кабачки? Ладно, ладно. Чернозем так чернозем. Что не сделаешь для своей любимой тигрицы? Кто за мечом пойдет? Не я, конечно. Пап. Давай дуй. Я же не прошу тебя новый дом построить. Просто сделай так, чтобы кран не капал. Мы ничего не должны в этом доме делать. По договору аренды все бытовые вопросы решает арендодатель. Да? То есть, если на меня крыша упадет, то ты тоже скажешь: о, это не моя проблема, пусть арендодатель ее туда достает, да? О, что за шум, а драки нету? Папа! Доченька, привет. А где самый главный человек в этом доме? Здравствуйте, Василий Иванович. Здорово, зятек. А вот она. Здравствуй, Васенька. Здравствуй, солнышко. Дед Вася приехал. Ну что, рассказывайте, что у вас здесь за сыр-бор? А я вам сам могу сказать. Это у вас от безделья, знаете, когда делать нечего, а вот вы и собачитесь с утра до вечера. Да? Да, Васенька? Василий Иванович, а вы к нам надолго? Ну как, на пару-тройку дней. Вон с внучкой поиграться. Да и потом витаминов я ей привез. Вот. Каких витаминов? А немного ли витаминов для Васи? Нормально, в самый раз. Остальное закроем.
Заодно и вам занятие нашлось. Пап, у меня просьба. Немножко позже, пожалуйста. Пап, эта кукушка сдохла 100 лет назад. Ты ее не воскресишь. А мне срочно. Короче, мне нужны деньги. Интересно, на что? На косметику. Если у тебя закончилась помада, можешь у мамы взять? У нее много. Не так уж и много. Слушай, на одной помаде косметика не заканчивается. И вообще, мне помада не нужна. А что тебе нужно? В принципе, ерунда. Средство для умывания, сыворотка для лица, масло для лица, крем под глаза, увлажняющий крем под глаза, потом солнцезащитное средство для лица. И это все? Нет. Только на утро и только для лица. Знаешь, люди издревле наслаждались естественной красотой. Ну так пусть они в этом издревле и остаются. Для того, чтобы красота сочеталась естественной, косметики нужно в 3 раза больше. И в 3 раза дороже, папочка. А ты и так у нас очень красивая. Это значит нет, да? Это значит я подумаю и дам ответ позже. Значит нет, понятно. Вика, не бери в голову. Если папа не купит, купит кто-нибудь другой. Например, молодой человек. Я все слышу. Никаких молодых людей. И старых тоже. Ну, вон, мелким ты все покупаешь, а мне вообще ничего. Между прочим, мелким я ни копеечки не дал. Конечно, посмотри. Я вижу. Они это заработали сами, представляешь? Да. Они собирали лекарственные травы и сдавали это все в аптеку. И ты бы последовала их примеру. Классно! Меня еще никогда не ставили в пример для взрослых. Вика, равняйся на меня. Значит так, да? Хочешь, чтобы я зарабатывала? Хорошо, буду зарабатывать. Интересно, как? Да, пожалуйста, хоть дояркой буду. Прекрасная профессия, доченька. Наконец-то ты поймешь, как пахнут заработанные деньги. Вик, возьми меня с собой, пожалуйста. Я хочу на коровок посмотреть. Возьми меня тоже с собой. Я буду это все снимать и в интернет выкладывать. Встань. Александр, добрый день. Да я вообще-то Витя. Как Витя? Секундочку. Да точняк он это. Санечка, ну в общем, ты нам должен 1 000 000. Точнее, не нам, а Вадиму Борисовичу. Кому? Да я даже не знаю, кто это. Ну зато он о тебе теперь все знает, поэтому верни денежку за испорченный товар. Понятно. Значит так, передайте вашему барыге, что в нашем клубе распространение наркотических и психотропных средств запрещено и карается. Достал уже моросить, а? Вот это называется карается, остальное балабольство. Послушай, ну денежку лучше вернуть, а то хуже будет. Котлы хорошие. На, дару. Вот, Свет, от меня до маленького меня, вот это вот здесь можешь и сажать. Отлично. Я сейчас принесу саженцы, роз, а ты пока вскопай землю. Блин, ну я так и знал, что этим все закончится. Егор! Я не могу сейчас. У меня эти дни. Что? Дни воспитания ребенка. А мне нужно учиться кидать мяч с подкруткой ровненько. Да. Вот этот. О, спасибо. На. Шел бы ты, Игорек, дыни грузить.
Вот это самая лучшая тренировка. В этом доме вообще остались мужчины или нет? Мне никто не может скопать землю. За 0,5 легко. О, Борис Иванович, вот спасибо вам огромное. Вот не перевелись еще джентльмены. Да-да, 0,7. Хотя нет, литр, мадам. Так, вы тут копайте, а мне надо в гриль-бар. Что-то я понабирал по объявлению, ничего сделать без меня не могут. Слушай, может быть, я реально перегнул палку, а? Не отвечает на звонки, а не сказала, куда идет. Почему не сказала? Все четко и ясно сказала. Ты правда думаешь, она пошла устраиваться на работу? Да уверена. Отлично. Всего за 3 поколения Малышевы прошли путь от заслуженного работника культуры до доярки. Жень, почему доярки? Вика сказала, что хочет пойти к Егору в гриль-бар и устроиться официанткой. Кому сказала? Мне. А мне почему не сказала? Потому что... Это ты, Женя. Ты. Всем привет. Алла. Так, что тут у нас уже случилось? Рассказывай. Егор Николаевич, я уже больше не могу. Это невыносимо. Я 300 раз просил не проверять температуру чая пальцем. Тем более при клиенте. Да, согласен, при клиенте это да, не очень хорошо. Ну, мы же не увольняем из-за такой фигни, правильно? Если бы только. Она заставляет клиентов доедать до конца. Правда? Ну, меня дома так приучили. Но она больше так не будет. Ты же так больше не будешь, Клава? Вот. Будет! Что ты вчера сказала клиенту, который попросил принести жульен без грибов, а? Клава? Жри, что дают! Не, ну а что это? Ну он и... Прощай, Клава. Прощай, Клава. Привет, дядя Егор. О, привет. Красавица, что ты тут делаешь? Какими судьбами? Скажите, а у вас не будет для меня работы какой-то? Будет. Я как раз собирался тебе предложить работу. Будешь у нас официанткой? Нет, лучше даже так. Будешь у нас главной официанткой. Ну да, конечно, супер. А сколько их у вас вообще? Да, сколько их у нас вообще? Так, ну, если с тобой, то пам-пам-пам, ты одна. Вот, смотри, и ты, у тебя же самое главное. Поздравляю, твой отец мог бы тобой гордиться. А вот ему только пока знать об этом не обязательно. Давайте будем молча гордиться. Молча гордиться? Пап, я не понимаю, а почему ты их дома не закрыл, а сюда привез, а? Дома мама осталась вдвое больше закрывать. Эти бы все равно сгнили. Жалко, для кого я их растил? Кроме этого, помидор полезен не только для организма, но и для семейных отношений. Василий Иванович, где помидоры, а где семейные отношения? Не скажи, зятек. Вот если твоя теща надумает мне на мозги капать, что я делаю? Что? Пьете? Ну, не без этого. Но еще, я нахожу себе какую-то работу. И, может быть, и Галя захотела бы меня пилить, но она знает, что когда я работаю, меня лучше не трогать. И все.
Конфликт исчерпан. Вернее, даже не начался. Ну, работайте, продолжайте. Больно? Ерунда. Пап, а кто это тебя так? Никто. Просто упал. Я помню, в школе Трофееву в глаз дал. Потом всем рассказывала, что упал. Да нет, сын, тут другая история. В клубе полы помыли, вот и подскользнулся. Вот-вот, он точно так же говорил, один в один. Саш, не вертись. Земля, сплошные камни. Мне спина. Хозяйка, свечка, надо бы немного накинуть сверху. За сложность. Что такое? Что такое? Вы что-то потеряли? А? Или нашли? Так, мальчик, иди не мешай. Так. Красавица, иди к нам. Иди, выпей с нами. Папа. Что ты тут? Лучше бы ты правда работала дояркой. На тебя здесь все смотрят, как на добычу. Слушай, на, это тебе. Зачем? Выколем всем глаза, чтобы не смотрели. А я иду работать. Вика, я тебя не для этого воспитывал. Ну, быстро снимай это. Да-да, снимай. А хочешь, я тебя на тракторе покатаю. Я вам сейчас... Вика, ну ты же видишь, это не твое. Я прошу тебя, уволься. Нет, ну подожди, папуль. Ты сам говорил, Малышевы не сдаются. Даже когда у Максима запор был. Ну, поэтому я буду здесь работать. Ну, хорошо. В таком случае, официант, как вас там, Вика, дайте мне меню. Пожалуйста. Угу. Я вам очень советую попробовать утку по-пекински. Угу, угу. Благодарю, благодарю. Но сегодня что-то не хочется утятины. Остановлюсь-ка я, пожалуй, на чае. Да. Принесите чай. Может, что-нибудь к чаю желаете? К чаю, к чаю. Пожалуй, сахар. Отличный выбор. Благодарю вас. И сразу счет, пожалуйста. Все непременнейшие. Вот ваш чай. Ой, а где сахар? Чае. Боже. Как я люблю полторы ложечки. Ну, за это вот это вам. Почему на чай 100 раз больше, чем за чай? А мне понравилось обслуживание официанта. Я решил его отблагодарить. Имею на это полное право. Понятно. Так что можешь увольняться. Нужная тебе сумма уже есть. Спасибо, конечно, но мне подачки не нужны. Чай за счет заведения. Вика, я прошу тебя. Ой. Извините, я помогу. Спасибо, пап, ты уже помог. Вика. Я так понимаю, это было на счастье, да? Егор, я заплачу. Да ладно, не парься. Послушай, нужно поговорить насчет Вики. Да, давай. Сейчас, извини, секундочку. Алло,
Да, Игорёша. Нашли? О, круть, круть. Ну-ну-ну. Ну, я вам устрою, Виктория. Кукусик и должничок. Значит, денег для Борисовича нет, на шампусик есть, да? Ногу с моей машины убрал. Мне так удобно. Оно же не твоя. Ключ перекинь, Буратино. Да идите нахрен. Или я за себя не ручаюсь. О, так тут all inclusive и страховочка есть. Тебе падать не надоело? Поверь, мы свое возьмем, можешь даже не сомневаться. Лучше сам. А, точняк. Налепили и больнички сэкономишь. Дай тебе времечко до вечера. Найди Деночку. Ну что, Ириша, молодец. А теперь тащите банки. Какие банки? У нас нет банок. Как нет банок? Вы за городом живете, у вас банок нет? Как же вы тут живете? Есть. В подвале я видел, банки есть. Ну вот, хоть что-то у вас есть. Давай, тащи. Ты, Ириша, зря со мной споришь. Смотри, вот зима придет, ты баночку откроешь, помидорчик достанешь, рюмочку. В общем, что может быть лучше, а? Вот. Понятно. Где-то еще парочку в гараже можно найти. Магазин у вас есть? Есть. Значит так, я в магазин, а вы не останавливайтесь, продолжайте. Что, реально нашли? Блин, ты не прикалывался? Я знал, что я на своей земле что-то найду. Я вообще думал, что это будет нефть, но золото тоже подойдет. Не подходи! Чего? Сосед, ты ничего не перепутал? Брось лопату. Не брошу. Ты чего? Это моя лопата, алло. Оклад мой. А тут 100 лет назад купец жил. Родственник мой, дальний, очень. Какой еще родственник? Ты посмотри на себя. Давай, дуй в свое купеческое гнездо и там сиди. А сейф остается здесь, он мой. Он мой? Это я его выкопал. Ты выкопал его на моем участке из моей земли и моей лопатой. Тебя наняли за бухло выкопать яму. Все, твоя работа закончена. Спасибо, до свидания. Дуй в свою норку, и там можешь обмыть мою находку. Так, а что это вы тут обмывать собрались? Да вот, нашли сейф, а этот вон лопату схватил и на людей кидает. Это все мое! Не дам! Сосед, ты одной ногой сейчас стоишь в своей собственной могиле. Только попробуй подойди. Я сейчас попробую. А ну, хватит! Значит, сейчас будет принято Соломоново решение. Какое? Че? Вот это все делим поровну. Егор, так будет честнее. Ладно. Давай, поровну так поровну. 70-30, давай. Подожди, это что? Что-то как это получается? Тогда вообще ничего не получишь. Боже, в кои-то веки выпал шанс по-человечески пожить. Ладно, 35. Да, 30. Ну, 33. Ты что, 67-33? Ну, ладно, давай.
Саш, нам нужно серьезно поговорить. Так не может больше. Что случилось? Кто это тебе так? Да, упал. Угу, конечно. Так я тебе и поверила. Саш, послушай. Я все понимаю. Таня, мать твоего ребенка, и вы знакомы много лет. Пожалуйста, не перебивай. И тут появилась я из ниоткуда, и, можно так сказать, на что-то претендую. Я не могу с собой ничего поделать. Я постоянно думаю о тебе. Маш, так сложились обстоятельства, что мне нужно уехать ненадолго, к Егору, пока проблемы не рассосутся. А когда я вернусь, мы сядем с тобой, поговорим обо всем. О нас. Все будет хорошо. Эй, ты не увлекайся. Мы вообще-то на службе, на задании. Пару бокалов, максимум. Так точно. Здравствуйте. Это вам комплимент от заведения. Что-нибудь еще желаете? Да, я желаю увидеть ваш паспорт, медицинскую книжку и другие документы. Поступил сигнал о факте незаконного трудоустройства. Представляете? Ну и кто же вам такой просигналил? Неважно. Аноним. Знаете что? Вы передайте вашему анониму Михайловичу, что я вообще-то уже взрослый человек, и я сама вправе. Слушайте, у него случайно нет привычки не смешно шутить? Видимо, нет. Тихо-тихо-тихо. Дышите спокойно, спокойно. Я знаю, что делать. Надо ему горло пробить. Я в кино видел. Прости меня, Господи! Раз, два. Да подождите. Лучше? Может, водички? Чему вас только учили там, где тебя учили? Вот. Поехали отсюда. А мне что дальше делать? Работайте дальше. А медкнижка? Какая медкнижка? Она мне жизнь только что спасла. Тебе, может, еще диплом хирурга предъявить? Поехали, а то сам тебе билку воткну куда-нибудь. Спасибо вам еще раз. Большое человеческое и нечеловеческое. Да не за что. Обращайтесь. Ну что там? Блин, пустой. Стой, сынок! Нет! Вот можешь же, когда захочешь. Пошли. Друзья, привет. Мне нужна помощь. С удовольствием помогу другу. Что делать? Куда идти? Не твоя помощь, Никита. А помощь Иры в качестве психолога. Чем я могу помочь? Я тебя внимательно слушаю. Вика устроилась к Егору официанткой. Назло мне. Ты понимаешь, какой там контингент. И вообще, мне нужен совет. Как без применения крайних мер и насилия заставить человека делать не то, что он хочет, а то, что нужно? Как объяснить Вике, что Малышевы созданы не для работы на кухне? Ага.
Значит, слушай меня внимательно. Во-первых, Саша, а ты что, переезжаешь? Можно и так сказать. Эти гады еще и машину забрали. Но ничего, теперь им даже зубочистки не достанется. Раскидаю все вещи и мебель по друзьям, а потом заберу. А когда потом? Таня, мне нужно исчезнуть. Это ненадолго. Пару дней. А ты, а вы с Шуриком, поживите пока у брата. Ну, на всякий пожар. Нет, я тебя не оставлю. Я поеду с тобой, Саш. Таня, а Шурик? Это может быть опасно. Вот и я все эвакуирую. Даже если взломают дверь, то тут никого и ничего нет. Слушай, я возле подъезда видела какой-то странный автомобиль и два подозрительных типа. Мерседес? Да. Блин, он целый день за мной ездил. Таня, уезжайте скорее. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. А ты? А я поживу пока у Егора. А через пару дней выйду с тобой на связь. Все будет хорошо. Да. В 10-х. Женя, извини, мне нужно к Васечке. Угу. Никита! Иду! Жень, помешай, пожалуйста. Посоли, пожалуйста. А где соль? В банке на полке над тобой. Сыпь всю. А вообще, Жень, пусть с Викой поговорит Аня. Ну, во-первых, она мать, во-вторых, женщина. Я уверена, они найдут общий язык. Спасибо за помощь. Это тебе спасибо. Пока. Так, ну вот, теперь порядок. Остальные банки в машине должно хватить. А вы что здесь прохлаждаетесь? Никита где? Что, дрыхнет уже? А за то, что ты хотел меня кинуть, твоя доля уменьшается до 10%. Что молчим? Где спасибо, Егор Николаевич, что не оставили меня без копейки? Так, ну все, не тяни, давай, открывай уже. О, что это там? Бутылка. Коньяк. Записка. Ну-ка, подержи. Здравствуй, дорогой сыночек. Сегодня ты появился на свет. Закапываю эту бутылку, чтобы отметить вместе с тобой твое 18-летие. Думаю, назову тебя Алексей или Павел, или как мама решит. Так что с днем рождения, сынок. Твой папа Николай Серпухов, 1916 год. Это сколько ему лет получается? Ну, больше 100. Да не, я про коньяк. А что-то мне так мало? Чуть-то мало. Как договаривались, 10%. Ну, давай, выпьем за Алексея или Петю, или как там его мама назвала. А? О-о-о!
Хорош. Привет. Привет. А ты что тут делаешь? А, ты тоже пришла уговаривать меня уйти с работы, да? Папа попросил меня с тобой поговорить. Ну и где же он? А он ждет. Ну, давай, уговаривай. А, ты знаешь, ты взрослая девочка и сама решаешь, как тебе жить. Спасибо, мам. Ау, красотки! Опять? Я могу и двоих на своем тракторе покатать. Мам! Здравствуйте. Все-таки пришла? Можешь и подружку свою брать, и мы потом... Джонни! Знаете, судя по количеству и качеству топлива, которое вы заливаете в свой бак, выхлопная труба вашего трактора давно заржавела и бесполезно болтается между ваших кривых гусен. Да тихо вы! Да, если вы продолжите, то я вам гарантирую, что вам фары разобьют и кабину проломят. Так что захлопни свой капот и сиди тихо. Тоже мне чудо техники. Мам, слушай, ты просто крутяк. Учись, детка, в жизни пригодится. Ну что, я пойду скажу папе, что мне не удалось тебя уговорить. Он расстроится. Работай. Все, давай. Девушка, можно вас? Ну? Я извинения прошу. И можно счет? Можно. Я устал, как собака. Я тоже. Ни рук, ни ног не чувствую. Ущипни меня. Не могу. Василий Иванович был прав. Я не то, что кричать на тебя не хочу. Мне разговаривать трудно. Давай поклянемся, что мы никогда не будем выращивать помидоры. Давай. Че кислые такие? Устали, что ли? Что вы, Василий Иванович, мы совсем не устали. Прям искрим энергией. Это хорошо, потому что в этом году у меня такие баклажаны поперли. Просто девать некуда. Мы с вами из них такую икру забабахаем, что пальчики оближешь. Папа, пожалуйста, давай без баклажанов. Мы больше с Никитой никогда не будем ссориться, никогда, честно. Значит так, ссориться или нет, это ваше личное дело. А икра из баклажанов – это дело общее. Ну что, как прошел первый рабочий день? Никто не умер? Ну, попытки были, но я справилась. Ну, молодец. Слушай, это твоя зарплата за первый рабочий день? Спасибо. А во сколько мне завтра приходить? Завтра не во сколько. В смысле? А, у меня выходной, да? Ну... Егор, я хочу поговорить с тобой как отец. Как отец? Да. Ну, давай. Только не сильно. Вернее, как друг. Тогда наливай. Егор, мне не до шуток. Ну, говори. Я прошу тебя, уволь Вику. Это не то, что есть сейчас нужно, особенно в ее возрасте. Ты хочешь, чтобы она меня потом ненавидела? Это лучше, чтобы она потом ненавидела себя. Ну, ладно. Спасибо. Ну и, опять же, медицинской книжки у тебя нет. И оформить официально я тебя не могу.
А у меня сейчас тут такие проблемы. Под меня так копает. В общем, сорян. Угу. То есть вы меня увольняете, да? В мой первый рабочий день. Спасибо, дядя Егор. Пожалуйста. Это заберу. Ты заходи, если что. Как-нибудь. Она, ну, раз и жизнь спасла. Тебе за это уволили? Это, вообще-то это не смешно. Да шучу, шучу. Ладно. Я тебе буду платить в два раза больше, чем обещали в гриль-баре, плюс процент с чаевых. Подходит? А у меня же нет медкнижки. У меня тоже. Ты что, согласна? Ну да, конечно. Отлично. Завтра можешь приступать. Вот, сынок, когда тебе исполнится 18 лет, мы достанем эту посылку, откупорим и отпразднуем твое 18-летие. А сейчас закапывай. А ты, сын купеческий, чтоб тут рядом не вошкался, а то закопаю тут же, только без бутылки. Ой, ой. Добрый день. Здрасте. Казаченко Егор Николаевич? Да. Значит, все правильно. Распишитесь. А что это? А, диван. Диван? А что это? Это шкаф. Да я вижу, что это диван, это шкаф. Это, как спросить, какого хрена? А, это я не в курсе. Нам сказали доставить. Чичикор, если тебе диван не нужен, я могу забрать. И шкаф тоже. Да, сейчас. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Сынок, давай, копай. Это так легко. Блин, Саня. Привет, друг. Можно я у тебя поживу? Конечно, не вопрос. А что случилось? Ты понимаешь, долго рассказывать. Ну, ты даешь, Саня. Ко мне, конечно, люди по-разному приезжают. Там кто-то со своей зубной щеткой, кто-то с тапочками. Ну, так, чтобы со своим диваном и шкафом. Ты у меня первый. Ну, добро пожаловать, что ли. Ну, что, за приезд? Стреляют. Никита, хватай Васю, деньги, паспорт. Отставить панику. Это ты во всем виноват. Я же тебе говорила, хорошо прокипятить. Я виноват? Да. А кто банки нормально не помыл? Вы снова за свое. Некогда ругаться. Надо отмывать, пока не засохло. Чем отмывать-то? Ну, содой можно. Странно, с утра еще была полная. Твою мать!